Я вас очень хочу познакомить с моей Юленькой. Сейчас я вам ее покажу, кто ее не знает. Это человек, с которого вообще начался мой духовный рост. Привет, моя девочка. Я уже вошла в состояние девочки и совсем не разбираюсь в технике. Ничего страшного. Я хочу всем представить тебя. Я очень тебя попрошу дополнить, потому что я только знаю, что ты очень крутой сертифицированный тренер по вагетону. По всяким там практикам, просто я не знаю, как это сказать правильно, что, как это назвать, твою должность. Да, я сертифицированный тренер Международного тренингового центра VL, вот по тайному женскому искусству, по женскому здоровью системы вагетон, как ты уже сказала. Поэтому, девочки, не стесняйтесь, у вас есть уникальная возможность спрашивать самые-самые-самые интересные вопросики.